В издательстве «Альбатрос» решили объединить накопленные знания о Крымском полуострове и писательские таланты молодого автора Алены Новиковой. Результатом совместной работы стала детская книга «В мире крымских легенд». В этой книге рассказывается о приключениях мальчика и девочки, как они путешествуют по различным сказочным местам. Но интерес представляет то, что все эти места можно найти, увидеть в Крыму. Можно поехать вместе с семьей и своими глазами увидеть каждый дворец, каждое место, которое описано в этой книге. В ходе повествования автор знакомит читателей с крымскими достопримечательностями, флорой и фауной полуострова. Для самых любознательных маленьких читателей часть книги решили оформить как небольшую энциклопедию. В ней есть информация обо всех местах и животных, упомянутых в сказке. Там представлены и растения, и животные, которые населяют наш Крым. То есть вот такую книгу я бы, например, порекомендовала любому ребенку. Он получит и удовольствие, и сможет развиваться, совершенствоваться. Книга «В мире крымских легенд» открыла серию детских художественных произведений, посвященных истории полуострова и его обитателей, рассказывает севастопольский издатель. Книга поступила в продажу. Несколько экземпляров передали Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Петровича Гайдара. Иван Клепачев, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.